Здравствуйте, Максимовка. Спасибо за гостеприимство. Я с удовольствием даю слово кандидату в президенты от нашей партии. Вся страна его уже знает хорошо. Дмитрий Чубашенко. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы, наверное, знаете, что я много лет работал журналистом, и в селе Максимовка у нас было очень много читателей. Я здесь не раз был у вас, знал всех почтальонов, вот не знаю, в последнее время менялись, и здесь к нам всегда очень хорошо относились. Спасибо вам за такое хорошее отношение. Я поздравляю вас с этим большим праздником, всех Марий, там, и кто, Марья Ивановна и прочие там, Маши. Поздравляю их родственников. Здоровья вам, всего самого хорошего. В этот праздник, наверное, о политике не будем говорить, но буквально два слова. Вы знаете, что у нас скоро выборы, и наша партия выдвинула меня кандидатом в президенты. Если совсем коротко, мы хотим поменять эту власть, хотим распустить парламент, хотим сделать так, чтобы для этой власти выборы, их итог звучали как поминки, а для всего народа Молдовы это был праздник, как сегодняшний праздник. Да. Все, спасибо вам и с праздником. Здравствуйте, уважаемые жители села Максимовка. Я очень рада быть снова у вас в гостях. Ровно год назад мы вместе с нашей командой проводили агитацию за нашего примара. Хочу поблагодарить его за этот продуктивный и очень хороший год, проведенный в данной примарии в вашем селе. Я надеюсь, что вы тоже очень довольны деятельностью примарии. Спасибо вам еще раз. Господин Рената Усатый, к сожалению, сегодня не мог поприсутствовать на вашем празднике, но у меня хорошая миссия, чтобы передать вам слова поздравления от его имени. Пожелать всех благ земных и неземных, чтобы в ваших семьях была только радость, был только мир, и ангел-хранитель оберег ваши семьи и ваше село. И так как я по совместительству являюсь и председателем фонда Рената Усатый, Рената Усатый сегодня дарит вам большой подарок. Это 100 тысяч лей вашему селу, и я уверена, что господин примар знает четко, куда направить эти деньги, чтобы это было в развитии вашего села. И так как на сегодняшний день вышестоящие органы власти почему-то забывают о вас, тех, которые живут в населенных пунктах, в городах, им безразлична судьба, как справляются люди в населенных пунктах, как справляются примари, и насколько трудно развивать город, либо населенный пункт без никаких средств. И, к сожалению, это наплевательское отношение, оно по всей стране. Мы, конечно, не дадим этому случиться, и поэтому вы должны знать одну вещь, что Рената Георгиевич Усатый всегда будет рядом с вами, всегда будет поддерживать вас и всегда подставит свое плечо. Еще раз с праздником вас!